Давай, Феечка, Борис, давай, сделай его! Денис! Да отстань ты! Денис, тебе пора снимать видео! Да это какие видео? Подожди! Че, Денис 95 ИКБ! Да блин! Час! Денис 95 ИКБ канала в электронике! Чёртовый Винкс, блин! Почти победил! Всем привет, пацаны и девчонки! Как видите, я не подготовился. Смотрел серию Винкс, но понял, что через 2 недели у нас с вами будет Черная Пятница, и решил рассказать вообще о этом, что это вообще такое, и стоит ли экономить и ждать этой самой распродажи. Вообще, на основании предыдущих лет, скажем так, я подведу некий экскурс и скажу, что такое Черная Пятница именно на компьютер Universe, ведь именно поэтому вы смотрите меня, и именно поэтому я в шубе. Шубу я взял не на Черной Пятнице, она на 16 размеров меньше, но мне кажется, я в ней сексуальный. Конечно, нет. Итак, в прошлом году, а именно в 2016 году, была Черная Пятница на компьютерах Universe. Всем раздавали промокоды на 50 евро при заказе свыше 500 евро, но только для жителей Германии. То есть все это только жители Германии. Все, кто живут в России, в Украине, в Белоруссии, либо где-либо еще, просто-напросто не получили этой самой скидки. Поэтому, если мы сейчас все проецируем на 2017 год, можно сделать небольшой вывод, что, в принципе, распродажа будет только для жителей Германии. Всякие фишки с подменой IP, либо с другими способами, как можно обойти эту систему и получить промокод, не работают. То есть, работает только в том случае, когда мы с вами выберем страну отправки товара, Германия. И поэтому, если мы с вами живем не в Германии, то, скорее всего, никаких скидок не будет. И отвечая на вопрос своих подписчиков, что меня заваливают в личку различными сообщениями, пишут разные комментарии, я могу сразу, предвкушая все ваши вопросы, ответить однозначно. Стоит ли ждать Черной Пятницы? Если, скажем так, вы не слишком сильно ограничены в сроках, то можете подождать, посмотрите, что будет, вдруг да и будет какая-то скидка. Если вы хотите заказать как можно скорее, то смысла ждать на самом деле нет, потому что Черная Пятница — это конец месяца уже ближайшего к декабрю. А в декабре будет куча заказов, связанных с Новым годом, там почта работает кое-как. И поэтому, скажем так, это не слишком хороший вариант заказывать к Новому году. Ваша посылка придет в середине января, а то и позже. Это не круто, и вы останетесь недовольны вашим заказом. Так у меня было несколько раз, и я, в принципе, не рекомендую заказывать под Новый год. Итак, повторю, если вы хотите заказать посылку и получить ее быстро, заказывайте без всяких праздничных акций по типу «Черная пятница», можете дождаться только новогодних праздников, а они будут, скорее всего, в январе. Если же хотите посмотреть, что все-таки будет с акциями, то ждите «Черную пятницу». Но по итогу предыдущего года промокод на 50 евро раздавали только жителям Германии. И из этого я делаю какой вывод? Если вы действительно хотите сэкономить на компьютер Universe, то, я думаю, для вас не будет открытием, если я скажу, что все операции на компьютер Universe совершаются в валюте евро. И, соответственно, когда наш с вами рубль крепнет по отношению к евро, а именно евро стоит меньше рублей, чем он сейчас стоит, тогда мы с вами сэкономим. Например, стоимость 1 евро будет 50 рублей, мы с вами сэкономим уже ощутимую сумму. То есть сами можете посчитать, например, если заказываете на 500 евро, то целых 5000 экономия. Да, конечно, это все прострации какие-то, желания и так далее, но курс — это единственное, что мы с вами можем сэкономить. Да, акции бывают, но они бывают с достаточной периодичностью, и бывают они в основном для жителей Германии. Для нас с вами, для жителей России, акций как таковых там нет. Есть уценка, есть другие моменты, о которых я говорил в своих предыдущих роликах, но они никоим образом не соотносятся с тем, что я сейчас вам говорю. Итак, скорее всего, Черная Пятница будет 24 числа, а это ровно через 2 недели. Я сегодня записываю в Белый понедельник, а не в Черную Пятницу. И поэтому, если вы хотите сэкономить, то, пожалуйста, идите и проверяйте, что там будет. Но на основании предыдущего года могу сказать, что там, в принципе, ничего классного то и не было. Но сэкономить вы всегда можете, если введете мой промокод. Промокод дает скидку 5 евро на первый заказ, вы видите на экране, видите вот здесь. Вводите в разделе «Корзина» в подпункте «Активировать промокод» акцию. Получите 5 евро скидку, я получу бонусы, чтобы делать дальнейшие ролики, рассказывать вам о магазине, и мы с вами вот какую-то дистанционную коллаборацию все-таки сделаем. Ну а спасибо, что смотрели, и можете обратиться еще и к роликам «Клубнички 97», ссылку на канал я оставил у нее в описании. Ну а пререндер, скажем так, он будет в конце. Итак, всем спасибо и пока, ждите праздников. Хороших вам покупок, до свидания. Я безумно извиняюсь за то, что я втесалась в этот шедевр, но я девочка и я хочу просмотры. Ссылка в описании.